Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Всю ночь у нас идет вывод инкубационного яйца из Ставрополья, индюшат. Значит, достаточно дружно выводится, в основном выводится серебро, белое широкогрудое и чуть-чуть вот начали выскакивать вроде бы бронзовые. Значит, вот столько у нас уже налупилось. В общем-то, выводятся все сами. Индюшаты очень активные и здоровенькие. Но вот показываю, я обещала показать, если пойдет что-то не так. Вот с одним яйцом совершенно сформированный индюшонок проклюнулся в середине яйца, торчал вот так носик. То есть ноздри вот так, фактически, сейчас я палочкой покажу, я взяла палочку. Вот так вот ноздри были там внутри. Я обратила внимание на это яйцо, что оно очень давно уже лежит, ну, со вчерашнего дня, то есть проклев и все. Сейчас я прислушалась, и, в общем-то, признаков жизни нет. Значит, смотрите, он полностью сформировался, ему просто не хватило сил пройти по кругу скорлупку и пробить ее. В чем моя ошибка? Мне нужно было более тщательно наблюдать за этим яйцом и, в общем-то, помочь ему вывестись. Он был бы жив, он был бы, я думаю, в норме, потому что он абсолютно сформирован, абсолютно. Я сейчас не буду вот эту душещипательную сцену, конечно, тут развивать. Я просто к чему это снимаю? Я понимаю, что это сейчас у кого-то там сердце сожмется так же, как и у меня. Но показываю, чтобы вы следили. Ребят, сейчас у вас пошел тот же самый наклев и вывод. Смотрите, если за каждым яйцом следите. Если вы видите, что пробился, да, слушайте периодически. То есть, что я делала? Значит, у меня инкубатор на температуре 37,6. Влажность у меня на 60%. Подходите, смотрите. Значит, те яйца, вот смотрите, как я делаю. Те яйца, которые проклюнулись, я их, в общем-то, сгребаю в один уголочек. Да? Если вы видите то, что яйцо давно лежит и не подает, в общем-то, нету дальнейшего хода событий, нету развития, значит, тогда это яйцо начинаете более тщательно наблюдать за ним. И, возможно, помогать. Потому что вот такая вот... Вот еще один у меня товарищ, видите, в середине яйца. Нет, он живой. Давайте сейчас вместе с вами... Где у меня зубочистка была? Так, вместе с вами мы попробуем немножко его сейчас открыть. Во всяком случае, чтобы он дышал. Мы откроем, посмотрим, чтобы он начал дышать, освободим ему именно ноздри, не сам кончик клюва, а именно ноздри. Вот он там живой, видите, происходит там, дышит. Так, ну так как я теперь уже боюсь после такого случая, проморгала я ночью, это моя вина, только моя. Его можно было спасти. Значит, мы вот так откроем. Смотрите, пленочка белая, все, сосудов здесь совершенно нет. Его можно, в принципе, полностью открыть уже. Так, давайте инкубатор закроем. Так, давайте пробовать. Сейчас до какой степени мы с вами это все будем открывать? До появления крови. Вот смотрите, вот здесь чуть-чуть подсачивается кровь. Все, в эту сторону мы больше не лезем. Значит, там еще сосудики немножко есть. Вот здесь чуть-чуть откроем, да? Здесь я, вот, все, вот видите, кровь чуть-чуть подсачивается. Неплохо было бы еще пузыречек с зеленкой поставить. И ватной палочкой эти места, ну, я вижу, что здесь кровь не сочится, а просто она немножечко, как бы так вот выделилась. Если были бы капли, то, конечно, бы сейчас пришлось бы прижигать. Даже если капельки крови появляются, нужно их прижечь. Так, все, мы видим, что клюв у него свободен, он дышит. Но, ребят, все хорошо в меру. Не спешите там, где не надо. То есть, если вы видите, что-то идет не так, не там на клюв, отложите это яйцо в сторону и наблюдайте. Сутки. Просто его подносите к уху, слушайте. Все. Не раньше. Не надо через час его выковыривать, иначе вы будете терять из-за потери крови. Так, и кладу его. Все, и я теперь буду сама, скорее всего, его отсюда вызволять. Очень мелкое это яичко. Вот из него, наверное... Слабоватенький товарищ будет. Ну, может быть и нет, кстати говоря, не факт. Мы с вами уже эксперимент делали. Вот уже по кругу, видите, они все идут по кругу, все, в общем-то. Вот здесь стандартная ситуация.
Так что вот такая у меня с утра потеря. Это я ночью, конечно, не спала, просто я его проморгала. Так, все, будем внимательны, ребятки. Всем удачного вывода, до следующей встречи, до свидания.